кстати, попа у тебя не воняет, что странно. Что? У меня не воняет попа? Я что, не грозный лис? Хнык-хнык! Я никому не нужный маленький корги, который никогда не станет грозным лисом, потому что у меня попа не воняет. Вы что меня жрете? Это нарушение прав корги, я королевский пес, меня нельзя жрать. Можно, тебе капец! Ух, какая у тебя башка вкусненькая. Хорош прикалываться, волки позорные, я буду жаловаться. Кому ты будешь жаловаться? Я королевский корги, от корги все в восторге. Я стану даже круче, чем бублик и бандит. Я королевский корги, от корги все в восторге. Я супер-мега-коржик, я буду знаменит. Всем привет, коржата. Меня зовут Великий Корг Третий, я самый крутой корги на ютубе. Вернее, пытаюсь таким стать. Если вы немедленно не подпишетесь на мой канал и не поставите лайк, то вам капец. Со мной в квартире живут два грозных волка, Бандит и Бублик. И они, если что, за меня впишутся. Друзья зовут меня Коржик. Если ты напишешь в комментах, что будешь со мной дружить, то тогда можешь называть меня Коржиком. Мистер Грей, вы уверены, что это именно то место? Да, мистер Стоун, королевская разведка никогда не ошибается. Неужели король Корг Третий живет в таких ужасных условиях? Посмотрите на этот подъезд. Как он мог променять королевство на эту страну? Неужели нельзя было его удержать? Никто не может удержать короля. Королева-мать и король-отец считают, что мы должны за ним наблюдать, и если что-то пойдет не так, тайно выкрасть его и увезти домой. Но как мы в случае чего проникнем в квартиру? Да вот же, у них воришки даже объявления в подъездах клеят о том, что могут взломать замки. Да, мистер Стоун, это очень странная страна. Бандит, а я страшный зверь? О, да, ты очень страшный. Страшнее коржика зверя нет. А ты меня боишься? Вообще, коленки дрожат. Смотри, не наделай лужу от страха, а то человеки на меня подумают и будут лупить мокрой тряпкой. А я тебе потом жестоко отомщу. Понял, принял, обработал. Ничего смешного, бандит. Я же страшный зверь. Да-да, страшный-страшный. И опасный. Очень опасный. А я коварный? Ты самый коварный лис из всех, кого я знаю. Хм, отлично. А когда мне после прививки можно будет гулять, я всех собак на районе порву? Ну, конечно, ваше косоухое величество. Ты грозный и опасный лис, и от тебя все будут текать, крича от страха. Хе-хе, это хорошо. Ну, а вы с Бубликом рядом, если что, будете? Я уверен, тебе наша помощь не понадобится. То есть я всех сам победю? Ну, конечно. Потому что я коварный, страшный и опасный? Просто капец, какой страшный, коварный и опасный. А я точно не няша? Ты чё, а ты совсем на няшу не похож. Хосята, напишите в комментах, что коржик не няша, а грозный лис. Ты чё, хочешь, чтобы я тебе башку откусил? За шо? Ты на моем канале, и здесь не хосята, а коржата, понял? Понял, понял, коржата. Напишите в комментах, что коржик очень коварный и грозный лис. А то он уже 3 часа тут валяется, пристает со своими вопросами. Бублик, мне не нравится, что тебя зовут Бублик. Чё? Ты не офигел, желтая фигня? Нет, я не офигел. Отныне я буду звать тебя Кекс. А, точно, Бублик же с дыркой был. Поэтому я буду звать тебя Кекс с дыркой. Или дырявый Кекс. Ну все, тебе капец! Ай-яй-яй, ой-ой-ой, злобный рыжий волк напал на маленького щеночка. Вот если бы тут человеков не было, я бы с тобой разобрался. Ты невыносим, коржик. Ну, Бубличек, ну не обижайся, я больше так не буду. Ну правда, ну прости меня, дырявый Кекс. Повтори, что ты сказал. А, не, ничего, тебе послышалось. И вообще я сдох. Так, надо проверить. Ну да, точно сдох. Ну наконец-то, теперь никто не будет меня называть дырявым кексом. Хе-хе-хе, мое коварство и лисья хитрость не знает границ. Он поверил. Бандит, я освоил новый режим, режим ниндзя. Нет такого режима, не выдумывай. А я говорю, есть режим ниндзя. А я говорю, нет, мы русские, а не японские волки. Режим ниндзя это вот так, кусь и убежать. Типа тебя никто не заметил? А ну стой, режим ниндзя это кусать врага, когда он тебя не видит. Капец, меня кто-то кусает, коржик это ты, я тебя не вижу. Ты где, маленький вонючка? А меня нету, я спрятался. Кусь. Как ты меня нашел, пенсия, я же невидимый ниндзя. А ну иди сюда. Мистер Грей, а как мы сможем его незаметно выкрасть? С ним же живут два самых жутких создания на земле, Бандит и Бублик. Мистер Стоун, голуби его величества не сдаются перед трудностями. Мы применим прицельное бомбометание прямо на их хосячьи головы. И пока они будут очищать наш помет, у нас будет время выкрасть нашего королевского корги. Это гениально! Да, мы вернем его домой и получим титул лордов. Мы станем первыми британскими голубями-аристократами. Бандит, а научи меня нападать на человеков. Да там ничего сложного нет, берешь и нападаешь. Не, ну ты покажи, как правильно, вдруг я неправильно сделаю. Да блин, это проще простого, смотри, берешь и нападаешь. Я тебя сожру, человек, тебе капец. Пробуй. Я тебя сожру, человек, тебе капец. Ну, страшный, страшный зверь-коржик. Ну вот, видишь, у тебя получилось. Бандит, а это что такое?
Скорее всего, эта фигня такая для издевательств над бедными животными. Они туда вкусняхи насыпают, а мы должны мучиться и оттуда их доставать. О, прикол. А ты сможешь для меня достать несколько вкуснях? Да если бы. У меня язык лапа в эту дырочку не залазит. Твои тоже не залезут. Слушай, а эта фигня похожа на футбольный мяч. Если по нему сильно ударить, то в дырочку высыпятся вкусняхи. Ты не такой тупой, каким кажешься на первый взгляд. Ну давай попробуем. Да, бандит, из тебя футболист, как с моего носа молоток. А ну не тявкай мне по духу, сейчас мы разберемся с этой штуковиной. Ура, получилось! Иди скорее собирать вкусняшки. Бублик, скажи, а какие еще качества нужны грозному лису? Слушай, ну ты так говоришь, как будто я знаю. Я грозный волк, а не грозный лис. А чем грозные волки отличаются от грозных лисов? Коржик, ну откуда я знаю? Ну, наверное, пастью. У нас огромные зубы. Че, серьезно? А ну покажь. А ну покажь зубы, кому говорят. Коржик, отстань. О, я знаю, что должно быть у грозного лиса. Вонючая попа. Бублик, скажи, у меня попа вонючая? Да за что мне это наказание? Откуда взялся этот несносный щенок? И, кстати, попа у тебя не воняет, что странно. Что? У меня не воняет попа? Я что, не грозный лис? Хнык, хнык. Я никому не нужный маленький корги, который никогда не станет грозным лисом, потому что у меня попа не воняет. Дурдом на коротких лапках. Коржик, я знаю, что нужно сделать. Нужно всякой гадости на улице пожрать, и тогда ты точно вонять будешь. И чё? И где тут фигня, которую надо сожрать? Тут у вас опять полно этого, как его, снега. Я его жрать должен. Я по нему даже ходить нормально не могу. Капец! Кто придумал этот снег? Для того, чтобы найти фигню под снегом и сожрать ее, надо размяться. Давай за мной, тут ничего сложного. Да я пытаюсь, у меня ничего не получается. Хе-хе-хе, лопух, ты что, по снегу бегать не умеешь? Какой же ты лис? Они умеют по снегу бегать и искать по ним всякую вкусную вонючую фигню. Ну ладно, еще раз попытаюсь. Все, я устал. Посижу, отдохну, помедитирую. Ладно, попытаюсь пойти в другую сторону. Капец, собаки добрые, спасите, помогите. Маленького щеночка корги запихнули в сугроб. Хе-хе-хе-хе, хлебобулочное изделие, иди к нам. Мы тебя научим под снегом всякую фигню искать. Я первый найду фигню и съем. Нет, я первый, даже если ты найдешь, ты отдашь эту фигню мне, потому что я вожак стаи, понял, рыжая сопля? Ничего подобного, ты пенсия, а я молодой и сильный волк. Я буду вожаком стаи и первым сожру фигню. Слушайте, парни, а как хоть эта фигня выглядит, которую надо из-под снега откопать и сожрать? Ну, как бы тебе объяснить? Ее, в принципе, и выкапывать не надо. А выглядит эта фигня такой маленькой, с двумя большими ушами. Ага, и коротенькими ножками, и желто-оранжевая такая, коржиком зовут. Вы чё, меня сожрать хотите? Ты очень догадливый. Да я вас порву на тысячу маленьких хаски. Вы будете от меня убегать и бояться, потому что я грозный лис. Капец, как страшно. Кусь тебя. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Кусь тебя. Ням-ням-ням-ням-ням. Какая вкусная фигня нам сегодня попалась. Вы чё меня жрёте? Это нарушение прав корги. Я королевский пёс, мне нельзя жрать. Можно, тебе капец. Ух, какая у тебя башка вкусненькая. Хорош прикалываться, волки позорные. Я буду жаловаться. Кому ты будешь жаловаться? Если ты хочешь стать грозным зверем, как мы, а не няшей, ты должен смириться с тем, что мы тебя сожрем. Бандит, у тебя старческий маразм. Как я стану грозным зверем, если вы меня сожрете? Совсем ку-ку. Ты как с моим папасей разговариваешь? Он уважаемый волк. Старенький, конечно, и вонючий, но у него авторитет, а ты свой должен еще заработать, понял? Капец, тут у вас дедовщина, как в армии. Подразделение боевые волки и лисы не дедовщина, это воспитание. Мистер Стоун, вы видите, что делают с королем эти хаски? Они же его сейчас съедят. Срочно начинаем бомбардировку и спасаем его величество. Знаете что, мистер Грей, пора открыть карты. Я не мистер Стоун, мое настоящее имя Голубь Василий. Не могу в это поверить. Я русский разведчик. Корги Коржик никогда не вернется в Англию, потому что он получил российское гражданство и находится под нашей защитой. Хаски бандиты Бублик готовят из него настоящего бойца. Это предательство. Я сейчас свяжусь с МИ-6, и они вас уничтожат. Поздняк метаться, англосаксы. Номер 3. Огонь. Коржата, спасибо за просмотр! Поставьте лайк, если вам понравилось, или дизлайк, если не понравилось. Только я не пойму, как можно такому красивому псу ставить дизлайки. А еще я хочу сказать вам огромное спасибо за те рисунки, которые вы присылаете в ВК в группу Бандита и Бублика. Они невероятно красивые и крутые. Присылайте еще, и я обязательно покажу их в своих выпусках. А еще обязательно подпишитесь на наш официальный ТикТок. Он называется Бандит Бублик Коржик. До встречи, коржата!
Я корги из Британии и жил я во дворце при королеве маме и короле отце. Но стало очень скучно жизнь даром прожигать. Решил я, что в Россию пора мне когти рвать. Я королевский корги, от корги все в восторге. Я стану даже круче, чем Бублик и Бандит. Я королевский корги, от корги.